Всем привет, друзья! Сегодня мы начинаем серию распаковочек с AliExpress. За зиму я закупил много всякой фигни, интересной, кстати, для дачи, да, поэтому смотрим, подписываемся на канал, ставим лайки, нажимаем колокольчики, пишем комментарии, а мы начинаем. Сегодня у нас на распаковке вот такая вот коробочка, а в этой коробочке лежит что? В этой коробочке лежит вот такая штука. Тот догадался, что это такое, уже может писать коммент. Такая вот штучка. И такая штучка. Стоят копейки, около 1000 рублей. Вот, да, это пескоструйка. Пескоструйка домашняя. Я специально выбирал такую, которая универсальная, которая работает, в принципе, на любом материале. И вы сейчас поймете, почему. Потому что надо минимизировать стоимость материала расходного. И, соответственно, я придумал, что те, кто живет в Нечерноземье, знают, что на дорогах у вас в основном песок. Этот песок, если хорошо подготовить, в принципе, можно использовать для бескоструйки. То есть у вас материал под ногами лежит, его бесконечное количество, и можно использовать сколько угодно. Что у нас есть? Сопло одно накручивается вот сюда. Сейчас сразу соберем эту штучку. А потом у меня еще уже... Сейчас я еще покажу, как подготовить песок для того, чтобы можно было использовать в пескоструйке. Заворачиваем сюда. Пока без лент фум, без ничего, на всякий случай, вдруг заработает. Так, заворачиваем. Собираем ее вот сюда. И вот здесь у нас есть два шестигранника, которые затягивают крышечку на месте. Вот такая вот у нас есть штуковина. Теперь идемте, покажу вам интересную штучку. Что мы сейчас сделали? Взяли железный лист, его погнули. Сделали из него типа коробочку. Песок с дороги. И его тихонечко прогреваем. То есть, видите, он уже практически дошел до такой кондиции, что он текучий, сыпучий стал. Ну, это еще есть где-то мокренькие штуки. Сейчас он еще немножко подсохнет. И будет готов для того, чтобы его дальше отправлять. Отправляем дальше как? Берем совочком и при помощи сеточка для ситечка для муки, да, муки, мы его отсеиваем сюда. Сюда идет у нас готовый материал, потенциально готовый. А сюда идет весь мусор, который был там, большие камушки, галька, гравий и так далее. То есть вот у нас есть песок, который должен подойти для этой пескоструйки. Вот смотрите, какой прикольный. Собственно говоря, тот материал, который у нас есть, сейчас мы можем попробовать испытать на какой-нибудь железке. Попробуем, как она пескострует. После этого сделаем какие-то выводы и вообще решим, нужно это вам или не нужно. Итак, берем пистолет и подключаемся его к быстросъему приборов, которые продаются на российском рынке. И чё? Фиг там. Но я об этом знал. На самом деле, вот эта штучка, во-первых, можете приобрести ее отдельно. Продается в магазине. 200 рублей комплект из двух штук стоит. Вот. Можно снять с какого-то прибора. Вот я сейчас снял, как его называется, аэрограф, не аэрограф. Короче, с пистолета для покраски. Та же самая резьба. Закручиваем, вставляем. Вот. Ну, надо потянуть, конечно, да, она тут плохо села, но тем не менее подходит. Вот, и, ребятки, не забываем про средства защиты, очки, респиратор, потому что мелкий песок, вообще нету ничего страшнее, чем мелкий песок, поэтому имейте в виду, что защищаться нужно. Так, и чё? Сейчас я подтяну эту штучку и начнем.
модная печь сюда. Кстати, да, я не поставил по ходу резиночку, которая должна была быть здесь. Вот видите, там резиночка есть. И она, судя по всему, нужна для того, чтобы песочек этот не высыпался на улицу. Скорее всего, на работоспособность никак не повлияет. Да, для резиночки место как раз там. Но судя по тому, какие здесь, вот видите, облой не снятый. Соответственно, скорее всего, там не самая ответственная конструкция. Поэтому, раз уж положено, резиночку туда поставим, мы будем понимать, что резиночка там. То есть вот сейчас я вставил туда, прижал и прижимаю вот этой штукой. Шестигранник и болтик. Так. И здесь тоже что-то зажму. Угу. Вот так. Вот эта штучка нужна для того, чтобы нам герметизировать выход, когда не работаете у пистолета. Так, это взял. И давайте попробуем. Ситечко можно использовать как черпачок тоже. Оно не настолько быстро успевает скинуть песок. И в отличие от остальных способов, продаются, то есть всякие там составы для того, чтобы пескоструить. Этим составом, в принципе, вы можете работать даже вот на улице, на земле. Потому что, по большому счету, вы в вашу землю добавите? Тот же самый песок, который здесь есть везде. То есть вы экологические, как это называется, баланс не собьете. Так, я заполнил полбака, чуть-чуть больше. И давайте оденем и попробуем очистить вот этот совочек для углей. О, дофига открыл, да? Вот, в принципе, здесь ржавчина, вот как было здесь, так и здесь. Становится, в принципе, интереснее. Давайте попробуем. Ну, очень медленно, конечно. По трубе. Вот, помните, что было? В принципе, работает. Так, приверну, чтобы было понимание. Ой.
до металла снял до чистого. Как будто забилось что-то, да? Нет. Возможно, там кончилось практически, да? Ну да, там кончилось. Итак, у нас, ребятки, вывод. Итак, вывод какой? Компрессора вот такого маленького. В принципе, чтобы с ним работать, его хватает. Вот, с одной стороны хватает, с другой стороны эффективность работы пескоструйки, естественно, зависит от давления, которое развивает ваш компрессор. Потому что чем выше скорость этих песчинок, которые бьют по металлу и отбивают кусочки, тем, естественно, выше производительность. Вот. С этим компрессором не очень хорошо, с одной стороны, с другой стороны, все работает. В принципе, пользоваться можно. Не быстро, но работает. И расход песка за счет того, что у вас низкое давление у компрессора, он немножко возрастает. В остальном прибор рабочий. Буду его использовать, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики. Скоро у нас будет следующим видосом будет распаковка еще одной интересной штуковины. У меня их там целый ящик, так что подписочка на канал, лайк, колокольчик. Всем пока!